Ну вот, опять костюм дошить не успела. В чем теперь на сцену пойду? Не парься, сейчас на ярмарке тебе что-нибудь подберем. Подходим, не стесняйся, только сегодня и только у меня. Аутентичный костюм, снятый самого Виктора Никифорова. Аутентичный, говоришь? А почему на этикетке написано «Горячие аниме-костюмы женщины-косплей»? Забудьте, у меня есть кое-что получше. Баскетбол Курока в 2К18? Ты что, хочешь, чтобы от меня все мои подписчики на Патреоне сбежали? Фу, старье какое! Что ж, я, кажется, понял, что вам нужно. Эй, ты что с ней сделал? Я вам устрою косплей. Я вам устрою амутетичность. Мало не покажется. Что со мной? Какая-то я слишком плоская. Эй, эй, проснись! Что произошло? Помню только продавца и... Ах, этот несчастный барахольщик! Это он с нами что-то сделал! Ух, я ему ноги, руки поотрываю! Он у меня Бокунут Пика до конца жизни косплеить будет! Эй, это что такое? Да что тут происходит? Мне кажется, мы попали в аниме! Почему? Почему именно это аниме? Рано спонсор на Тейкёде окуришь ваша. Заткнись ты! Ну почему мы не попали в аниме «Поющие принцы 1000% любовь»? Почему не Кей-Он? Почему именно «Атака титанов»? Криста, Саша, где вы пропадаете? Капрал объявил общую уборку. Мы это... Эра, там Капрал Леви очень зол. Говорит, ты что-то забыл ему принести. Как я мог забыть? Его мистер Пропер! Чего это вы тут прохлаждаетесь? О, Саша, хочешь картошечки? У меня тут осталось с обеда. Нет, спасибо. Не люблю картошку. Ты случайно не заболела? Нам нужно выбираться отсюда. И как можно скорее. Я не собираюсь дожидаться, пока сюда нагрянут титаны. И из образа не выходи. Иначе нас заподозрят. Но сначала нужно от этих сбежать. Мы пойдем... В общем, поедим картошечки. И еще... Что там вообще в аниме делает Криста? Как же эти бестолочи меня достали! Только ты меня понимаешь. Я так много хочу тебе сказать. Ой, мы, кажется, не вовремя. Вы совсем страх потеряли? Убирайтесь отсюда! Капрал, я принес! Где тебя столько времени носило? Ты в порядке? Да как ты посмел? Ты? Нет. Вы все за это ответите. Два наряда, вне очереди! Хм, 17 часов уборки, и вы уже выдохлись? Жалкие слабаки. Слушай, мне казалось, это аниме должно быть каким-то более захватывающим. Сражения там, титаны. Похоже, это филлерная серия. Ну-ка, не отвлекаемся. Нужно отсюда спасаться!
подняться! Я не могу драить этот пол! Фух, как же жарко! Слушай, я в этом плаще совсем запарилась. Ну, конечно же! Ну что, будем костюмчики брать? Наконец-то! Мы вернулись домой! Ой, что-то у меня тут... Подожди...